Институт машиностроения, материалов и транспорта Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого занимает лидирующие позиции в сфере инженерно-технического образования. ИМИТ готовит специалистов в различных областях науки: аддитивные технологии, новые материалы, автоматизация робототехника, машиностроение, технологический транспорт, логистические процессы, креативная индустрия и дизайн. Наши выпускники проектируют и внедряют конкурентоспособную продукцию в промышленность с использованием современных цифровых технологий. Таким образом, в ИМИТ реализуется более десятка направлений подготовки как в бакалавриате, так и в магистратуре. Это один из самых крупных институтов по бюджетным местам, более 700 мест на все уровни образования. Также развивается международная деятельность путем взаимодействия с зарубежными вузами-партнерами. На базе ИМИТ успешно существует кооперация между наукой, промышленностью и бизнесом. В структуру института входит более 40 научных и образовательных лабораторий, научно-образовательных центров с передовым оборудованием. Все это позволяет осуществлять прогрессивную научную деятельность. ИМИТ – институт, идеально сочетающий в себе приоритеты качественного высшего образования и творческого развития личности. Обучающимся в ИМИТ предоставляются условия и возможность развить и проявить свои творческие организаторские навыки. Организуется множество как образовательных, так и развлекательных мероприятий. Институт ведет активное сотрудничество с такими представителями бизнеса, как «Газпром», «Северсталь», «Росатом», «Роскосмос», «Тойота». Имеются базовые кафедры «Приклимов», «Прометей», «Балтийская промышленная компания». Поступая к нам, вы делаете вклад в будущее, вклад в себя, ведь ИМИТ – путь великих инженеров.